Всем привет! Воскресенье, 30-е. Сделала Баське кашу. Жениху сделала каши. Он положила. Баське еще не заносила. Сейчас думаю, как занести. Она вон она сидит, меня ждет. Дурочка. На улице ветер. Во всех новостях передают, что Крым завалило снегом. Показывают трассу Симферополь-Алушту, Симферополь-Джанкой. Куда это? Отстань! Отстань! Я выхожу. Он это обнимает мою ногу изо всех сил. И вот как просит чего-то, просит. Иди отсюда нафиг, я тебя уже боюсь. Сейчас надо быстро, быстро эту жопу накормить. И все. Понедельник, 31 января. Завтра 1 февраля. Всем здрасте. Мои мучения продолжаются. Сегодня с трудом зашла в кухню, чтобы покормить Баську. Потому что это чудо вцепляется просто мне в ногу. Вцепляется когтями и висит на мне. Вот весь трясется. Обхожу. А там он сидит. Вот. Вся стена замызгана лапами. Они так общаются. Отгоняет всех других кобелей. Ну вот ждем, когда это все закончится. Я, конечно, сама виновата. У меня таблетки есть. Секс-контроль. Отстань, отстань, отстань. Уйди от меня. Надо было, как только началась течка, давать Баське. И все было бы нормально. В следующий раз я так и сделаю. Но этот раз уже поздно. Нужно в первые 3 дня захватить состояние течки и давать таблетки. Первые 3 дня по 2 штуки, потом 7 дней по 1 штуке. Прочитала я инструкцию по таблеткам, поняла, как действовать. Жалко, что это оказалось поздно, и теперь охота не только на Баську, но и на меня. Так, погода у нас сегодня плюс 7, но очень холодный ветер. Курицы гуляют. Холодный ветер. Уже хочется выйти на улицу, начать грести. Ну, отстань! Отстань! Хочется уже начать весенние работы. Руки чешутся, но... Отстань! Уйди! Уйди, сказала! Уйди! Уйди! Пошла я. Отстань! Хватает меня мертвой хваткой. Уйди! Уйди, сказала! Уйди, сказала! Пячусь задом. Буду снимать по минуте в день. И потом сделаю одно видео. Покажу вам, как это все закончится. Всем привет! 1 февраля, день 3 из 7, которые я решила снять. Поздравляю всех с китайским Новым годом. Выхожу осторожно. Утром, когда пошла кормить Басю, жених сидел вот на этом коврике перед дверью и смотрел по сторонам. Мне пришлось звать Ваню на помощь. Говорю: Ваня, отгоняя его, я захожу к Басе, потому что мне предстояло тут убраться. У нее же не только здесь комната для житья, но здесь же у нее и туалет, и все дела. Короче, убралась, почистила, накормила, напоила. Вот она ходит. А жениха-то не видать. Это хороший признак, что свадьба идет к концу. А всего день 3 съемок. Курицы ходят. Ой, какая везде грязь. Мама дорогая. Просто грязюка страшенная. На улице где-то плюс 7. Ну-ка пойдем посмотрим, где жених. Неужели все закончилось? Господи, какое будет счастье. Как уже это все надоело. Он ночью лает.
очередную дырку выклевали. Ну, посмотрите. Ну, вот, ну как вот это? Ну вот как это? А? Как? Где вы находите это? Все заштукатурено. Паразитки. Выпустила их поклевать свежей травки. Ой, не могу. Так, жениха не наблюдается. Так, что я говорила, забыла. Короче, курицы гуляют. Сейчас надо будет закрыть чем-то дырку. Туда чего-нибудь напихаю. Так, надо уже снимать вот эти вот шифером закрывала. Понасадила здесь. Луковицы были, тюльпанов, гиацинтов, чего-то еще. И закрыла шифером, чтобы куры не выклевали. И Баська не выкопала ногами. Но уже все лезет. Вот уже трава зеленая лезет. Подснежники сейчас покажу. Подснежники. Подснежники 1 февраля. Женихов не наблюдается. Ни одного, ни второго. О, это я убирала, чтобы Баська не рвала. Так, поставлю. Ну что, неужели все? Это тоже от кур у меня тут. То, что вот с этой стороны вот так выклевали. Вот с этой стороны вот так выклевали. Паразитки любят пенопласт неимоверно. Ну что, нет жениха? Жениха-то нет. Слушайте, похоже, заканчивается. А, да, что хотела сказать. Ночью лает, видимо, отгоняет других. Скулит нет. Рано я обрадовалась. Рано обрадовалась. Это любимчик Гасин, Басин. Я вижу, что это вот он истоптал всю вот эту стену. И они прямо целуются через стекло. А где второй жених? Домой пошел кушать? Короче, обрадовалась. Это рано. Ну ладно, до завтра. Всем привет. 2 февраля. Среда. Утром оба жениха были около двери. Сейчас обед, вышла, никого нет. Решила выпустить ребенка погулять. Ребенка выпустить погулять и самой маленько погулять. Сейчас ходила в магазин, купила чеснок, нашла в одном только месте последний, никакущий, полусухой. Пришла, перебрала то, что на еду оставила, а то, что проросший, думаю, дай-ка я его сейчас посажу. И решила сейчас вот... Вот в этой шине большой, хоть и грязь, сейчас тяпкой порыхлю маленечко, повтыкаю его, пленочкой закрою. Дождичек маленько накрапывает. Но я думаю, мне это не помешает. Там немножко чесночка. Пусть-ка будет свой чесночок. Я уже пару лет не садила. Но что-то цена такая на чеснок, что думаешь, надо немножко посадить. Клубника у меня перезимовала на подоконнике на веранде. Скоро буду ее высаживать. Так, сейчас схожу за чесноком, посажу и еще покажу, не появились ли женихи. 10 минут Гася погуляла. И вот он один нарисовался. И вон второй стоит. Ну что, отвела ее, закрыла. Вон он бежит. Ну, 10 минут погуляла. За это время я успела посадить чеснок. У меня даже получилось две шины, что меня порадовало. Ой, грязь, конечно, на ногах. Вот так. Одну я сделала. Достала сейчас прошлогоднюю пленку. И сверху сейчас чем-нибудь придавлю. Сейчас пойду... На второе колесо найду пленку, придавлю. И будет у меня красота. Чесночок посажен. До завтра.
Всем привет! Сегодня 3 февраля. Женихов не наблюдается в течение дня, но наблюдается бесконечный дождик. Не помню, чтобы в Крыму когда-то было так сыро. И льет, и льет, и льет. Грязь кругом неимоверная. Не судьба си супчика. Сейчас попробую ее открыть. Посмотрим, как она будет себя вести. Надеюсь, что она не убежит с женихом, и я ее поймаю. Открываю. Так. Сейчас налью ей супчика. Бася, я тебе супчика принесла. Ты рада? Рада супчику. Так, ну-ка, что? Кроме супчика, как тебе? Не хочется тебе выходить на эту мокроту? А мокрота просто жесть. Иду сама. Ой, уже так не вздумай только на меня прыгать. Видите, где все творится? Курицы у меня закрытые сидят второй день, потому что они ходят, и у них столько грязи на лапах, что они даже с трудом ноги поднимают. Ой, боже мой, на улице дали пописить ребенку. Ой, сколько радости. Дождик накрапывает. Капюшон одену. Так. Ой, везде такая грязь, такая склякоть. Мама дорогая, тут что такое? Откуда грязь? Сейчас возьму эту метелку, поубираю. Вот посадила вчера чеснок, закрыла пленочкой, вовнутрь ее запихала. Там у меня ободочек такой, проволока. И это хорошо, она туда вовнутрь встала, я ее так вот подняла. И сейчас дождик идет, и она туда в шину, вода льется. Вот видите, какая грязь. Так, ну что, женихов не видно на горизонте. Пойду сейчас у нее в кухню уберусь. У нее же там и туалет. Не только жрачка. Покормлю курочек. Выпускать никого не буду. И Баську все равно закрою, потому что грязь не видна. Если я сейчас оставлю, это будет немедленно. Ой, настрадала близнецы. На улице я минут 10. Баська бегает. Женихов не наблюдается. Я убралась у нее в квартире. Все вымела, вычистила. Коврик положила перед будкой. Корма насыпала, супчика налила. Планирую вот так вот прикрыть и вот так оставить. Понаблюдаю, как будет обстановка с женихами. Кажется, они к ней интерес потеряли. А это первый звонок, что можно ребенка отпускать. Так, подмела везде. Ну как? Прошлась. Так, курицу тут у меня гуляли, нагадили. Пришлось сейчас вот все подмела. Дождик идет, потихонечку все промоет. Вон, Баська побегала, уже грязная. Вот, все везде промела. Дождик капает, уже вот дорожка. Слякоть, сырость, но тепло. Тепло, поэтому эпопею со свадьбой мы заканчиваем. Пойду монтировать видео. На этом заканчиваю. Хотела снимать неделю и назвать видео «Неделя за 10 минут». Но получится видео 5 дней за неделю, 5 дней за 10 минут. Ну, вроде бы пока тишина. Буду наблюдать. Но видео заканчиваю. Всем привет. Всех люблю, целую. Привет из Крыма.